Так, ну что, начнем. Короче, стандартная схема. Очень легкая. Вот эта диагностика, она, короче, мешает тебе взломать. Ну, это как фаервол, типа такого плана. Мешает взломать систему. Директории, они... По ним, короче, движешься к точке. Самая главная цель, вот, реестр. Тебе нужно попасть в реестр. То есть нужно двигаться... А, сейчас, подожди. Чуть громкость. Тише стало. Короче, тебе нужно двигаться по вот этим точкам. Они как путь, типа. Так, по директориям вот этим. Видишь, на каждой директории есть процент захвата. 30% захват. То есть, если ты захватываешь вот эту точку, фаервол не, ну, он может не сработать, потому как 30%. Сейчас. Так, ну мы начинаем, наверное. Начнем, наверное, с этой стороны. Можно две сразу. Раз, два. Бомбы. Тут я вот еще не разобрался полностью с этими бомбами. Видишь, там вот скрытность есть. Скан данных. Короче. Поехали. А, сработало сразу. Ну все, мы как бы продвинулись очень быстро. Красный не успел никуда даже продвинуться. Все очень просто. Главная цель — добраться до реестра. Все. Любым коротким путем. Реестров два бывает. Наверное, там дальше будет по три, по четыре. Черт его знает, я еще... Я видел только два. Два реестра, их нужно тоже попытаться быстренько захватить. Короче, все очень быстро делается и все нормально получается. За 7 секунд. Можно, конечно, вон юзать, видишь, какой-то стоп-червь L3. Ну, я еще не разобрался в этом, но они сейчас пока не нужны на слабых левелах взлома. Дальше, может, будут нужны. Дальше будут все в тени. Короче, все ты включаешь. Твоя главная точка. А так больше ничего не видно. То есть оно как бы в тени. Не открыто. И вот нужно угадывать, как бы, по каким вот этим папкам идти. Ну, там ты видишь, как бы, свои папки, которые ты можешь, там, три или две их будет в начале. Но какую юзать, то есть, ну, ты сразу не поймешь. Интересная штука, мне нравится взлом. Здесь он как бы более проработан, интересно. Ну, графически чисто. Ладно, все, взломали. Здесь всякая... Лена. Короче.